просто я могу играть с утра до вечера. Было много раз в моей жизни, когда я играл до утра. И поэтому я люблю этот инструмент. И сегодня я буду вам на нем играть. Спасибо. Ну, начнем с чего-нибудь. А правда, что в музыке 7 нот? На самом деле нет, на самом деле это минимум там 12 нот. Пять массон. А я сидел кузнечик. Жень, не помнишь, я на третьем или на четвертом нажимал? По-моему, на пятом. Я могу играть до утра. Нет, до утра классно играть. Я же правша. Вот так. Я вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Очень малоизвестного гитариста, он живет в Малайзии, о нем вообще практически никто не знает, но он просто классный гитарист, его зовут Джек Самарант, не знаю, как он на малайзийском появился, но вот это написано. Джек, короче. Джек. Thank you.
свою программу произведения различной степени сложности. Это было, так сказать, опять разогревочная мелодия. Да ладно. Лёнинга, да. А сейчас будет композиция, которую сочинил один из величайших гитаристов современности, которого зовут Джон Петруччи. Это просто гениальный музыкант. Он сочиняет такие очень сложные по своей структуре и техническому исполнению произведения. И следующая композиция будет именно его, и называется она The Glasgow Kiss. Perfect pronunciation. I went to Glasgow. Thank you to Glasgow. It's very good that you didn't say that when I kiss. Okay.
хочу вам сказать то, что иногда бывает, в каждом произведении, которое сочинил рок-музыкант, бывают большие куски, где он играет соло. В начале, в конце, вот сейчас вы в конце видели. То есть и там требуется вообще от профессионального исполнителя исполнять свое соло и импровизировать. То, что было в конце, последние минуты три, это я импровизировал сам. На самом деле есть много кусков, где я просто могу импровизировать. Мы же услышим это. Алексей, где и как долго вы учились? Вот у меня такой же вопрос. Мы прям этого не услышали. Начальник. Сколько ты играешь на гитаре? 11 лет. Я играю 11 лет с 2000. А, говорил, да? Я просто бегал кофе ставить. Я, видимо, с тобой бегал. А сколько вам лет? Мне 29 лет. То есть начали играть. Да, когда мне 18 лет. И, да, кстати, очень интересная история, как произошла. До этого я воспринимал гитару, вот такую, была дома акустическая гитара, я воспринимал как что-то такое, быдляцко дворовое. И она мне жутко не нравилась. Но однажды к моему брату в гости пришел друг, который сам был... Она падает. Допусти, пусть на гравии будет. На этом, на щебне. Ну или так. Однажды пришел к моему брату друг, которого я не знал, который на этой же гитаре, которую я воспринял сугубо в быдляцком ключе, он сыграл просто нереально классное и красивое произведение, и мой брат записал его на магнитофон, это произведение. Я до этого учился в музыкальной школе, но мне она не нравилась, я учился на трубе, чему-то, не знаю. Вначале нравилось 2 года, потом 5 лет для меня. 2 года. Да, остальные 3 я ходил как, не знаю, как на каторгу, чтобы просто закончить. И потом, когда я послушал на магнитофоне это произведение, мне оно очень понравилось, и я стал просто подбирать и играть, стараться тоже сам. Ушло много времени, ушло, не знаю, месяца 3, но в конце концов я подобрал это произведение. И потом пришел этот друг, и он был жутко горд, жутко удивился, а откуда ты его знаешь, да? Я же не писал где-то на нотах. Горд был я, а он был удивлен и изумлен. Да, горд был мой брат, а он был изумлен. А после этого началась любовь, и я просто ночами до утра играл, мне нравилось, стал открывать других музыкантов. Я помню, как ты уходил в ванную, которая была в предбаннике, чтобы не шуметь и не будить всех родителей, играл там. Да, было и такое, чтобы так оно громкий инструмент, ночью все спят, а я играю, поэтому я уходил. Ладно. Да. Следующее произведение, может быть... Лёш, я, да? Прости, перебью тебя, может быть, предложить гостям что-нибудь выпить? Как бы, да? С удовольствием. Я хочу тост за тебя сказать. А потом ты продолжишь, если у тебя рука позволяет, потому что я понимаю, ты разогнался, ты же сейчас горяченький, да? Да. Ну ты можешь минуточку подождать? Могу. Ребят, давайте, кто ты еще готов? Кто еще хочет? Чашечка кофе. Кофе там садить. Нужен сахар, не нужен сахар. Что будет? Господа. Вот тот лаваш сегодня бесплатно оставляет. Вы получили? Алексею? Да. Конечно, прямо сейчас. А, ты при всех хочешь или... Нет, не все равно. Мне просто очень интересно. У вас такая майка. Вот этот принт, он со смыслом? Это конечно. Вообще, можете в математике понимаете? Да, осталось. Ага. Жалко, Мат. Жалко, еще отойдет. Вы понимаете же смысл этой диаграммы? Совершенно понимаю, конечно. Ну вот, это специально так одето, да? Кстати, а как вы его понимаете? Есть 2 смысла. Есть позитивный, есть негативный. Нет, тут явно негативный, потому что с большим количеством денег растет количество проблем. Нет, нет, нет. И вопрос при этом стоит. На пустой, на половину. Алексей, да, смысл такой. Чем больше, чем
больше у тебя умения разрешать проблемы, и чем больше проблемы ты разрешаешь, тем больше денег у тебя. Если ты сидишь и ты, ой, у меня, не знаю, на сколько... Опять с похода пришел. Деньги зарабатывать. Если ты большие проблемы можешь решать, то, значит, график идет вверх. А я думаю, исходя из этого графика, человек сидит, дома такой играет. Или вас где-то можно еще услышать, не только у Влада. У него дома можно его услышать. У дома, у Влада. Соседи его слушают бесплатно. А еще где? Не, на ютубе где-то где-нибудь. Кто-то выложил. Я играл в группах, в трех группах. В одной группе, в другой, это Лейден назвал, и так далее. Мне это не нравится, не знаю, когда начинается, когда ты играешь в группе, ты, тем более в Узбекистане, так как все поставлено на коммерческую основу, а где начинается коммерция, там кончается искусство, поэтому я не буду играть в группах, популярных группах, не мое, у меня другие планы на жизнь, поэтому. А вы как-то зарабатываете по-другому? А вы думали, я не зарабатываю? Нет, я потом пройду с шапкой. Веселый у нас капустник кушать хочу на ящике, это ваше понравится. Леша, я потом скажу лучше речь, ты отвечай на вопросы зрителей. Да, я отсмотрю. От этих ответов речь будет меня. Так, ну все здесь, да? Да, кроме нашего. Никто не ушел. Мне когда всегда отходит, кажется, что у нас вот. Менеджер Влад. Давай сейчас тебе просто. А следующее. Леш, подожди, будет включена камера. А, ну да, sorry. Камера записывает все? Да. Давай файл обновим, наверное, да? Когда это ага. Остановится, и заново начнем.